Там Пригожин запустил видосик о том, что он взял Артемовск, сфоткавшись возле какого-то админ здания. Ребят, ну Артемовск он может быть и взял, но Бахмут нет. Бахмут стоит, Бахмут держится. Ну и учитывая совковый менталитет, они все еще полагают, если захватить какое-то админ здание, они будут контролировать весь город, или у города станет их, или, блядь, или еще что-то, я не знаю, что там у них в голове, если честно, и не хочу знать, мне это не особо интересно. Поэтому мы продолжаем нищеты, нечисть, вот, продолжаем работать, и будем работать, пока мы живы, а жить мы планируем долго, поэтому слава Украине, мы победим. Голосом.